Друзья, я хочу рассказать вам о падежах русского языка. Эта тема сложная, но я постараюсь рассказать о ней как можно проще и приведу примеры. Начнем. Русские падежи. В русском языке есть 6 падежей. Именительный, родительный, дательный, винительный, творительный и предложный. Все русские падежи отвечают на вопросы. Именительный падеж отвечает на вопросы «кто?», «что?». Родительный падеж отвечает на вопросы «кого?», «чего?». Дательный падеж отвечает на вопросы «кому?», «чему?». Винительный – «кого?», «что?». Творительный – «кем?», «чем?». Предложный – «о ком?», «о чем?». Падежи передают очень много значений. Рассмотрим несколько примеров по всем падежам. Здесь 4 слова. 2 слова мужского рода, 1 женского рода и 1 среднего рода. Мужского рода 2 слова, потому что для мужского рода важно одушевленное слово или неодушевленное. Поэтому я даю 2 слова мужского рода. Одушевленное слово «муж», неодушевленное слово «дом», женского рода слово «жена», среднего рода слово «лицо». Рассмотрим мужской род. Несколько примеров. Это дом моего мужа. Дом в именительном падеже, муж в родительном падеже. Моему мужу дали дом. Здесь муж в дательном падеже, дом в винительном падеже. Он в доме с моим мужем. Здесь муж в творительном падеже, дом в предложном падеже. Теперь рассмотрим женский род и средний род. Муж любит жену. Муж в именительном, жена в винительном падежах. Жена любит мужа. Наоборот, жена в именительном, муж в винительном. У моей жены красивое лицо. Жена в родительном, лицо в именительном. Я смотрю жене в лицо. Жена в дательном, лицо в винительном. Я стою лицом к лицу с женой. Лицом к лицу. Лицом – это творительный падеж слова «лицо». Лицу – это дательный падеж слова «лицо». Жена здесь в творительном падеже. У жены на лице улыбка. Здесь жена в родительном падеже, лицо в предложном падеже. Вот все наши примеры в разных падежах. А вот все окончания по падежам. Родительный падеж.
Мужской род и средний род А, женский род И. Дательный падеж. Мужской род и средний род У, женский род Е. Винительный падеж. Мужской род одушевленный, как родительный. Мужской род неодушевленный, как именительный. Средний род тоже как именительный. Женский род окончание У. Творительный падеж. Мужской род и средний род Ом или Ем. Женский род Ой. Предложный падеж. Все роды Е. Теперь давайте посмотрим на местоимения. Как они изменяются по падежам? Местоимение «мой». Вот что мы видим. Это мужской род. Сравним. Одушевленный и неодушевленный одинаковые. Разные они только в винительном падеже. С одушевленными именами в винительном падеже используются местоимения, такие же, как в родительном. Моего мужа, моего мужа. А с неодушевленными именами в винительном падеже используются такие же местоимения, как и в именительном падеже. Мой дом, мой дом. А вот примеры женского рода и среднего рода. Давайте сейчас рассмотрим несколько примеров. Мой муж меня любит. Это именительный падеж. Теперь родительный падеж. У моего мужа есть сестра. Мне нравится дизайн моего дома. Дательный падеж. Моему мужу 30 лет. Вот ключи к моему дому. Винительный падеж. Я люблю моего мужа. Я покажу тебе мой дом. Творительный падеж. Вы знакомы с моим мужем? Рядом с моим домом парк. И предложный падеж. Я расскажу вам о моем муже. В моем доме нет газа. Теперь рассмотрим примеры с женским родом и со средним родом. Именительный падеж. Моя жена меня любит. У моей жены есть брат. Это уже родительный падеж. Цвет моего лица изменился. Это родительный падеж среднего рода. Теперь дательный падеж женского рода. Моей жене 20 лет. И дательный падеж среднего рода. По моему лицу текли слезы. Рассмотрим винительный падеж. Я люблю мою жену. Он не помнит
Мое лицо. Творительный падеж. Вы знакомы с моей женой? Что с моим лицом? И предложный падеж женского рода. Я расскажу вам о моей жене. И среднего рода. На моем лице улыбка. А теперь рассмотрим предлоги, которые используются с двумя разными падежами в разных значениях. Первый предлог «с» или «со». Мы пришли с почты домой. Берите фрукты со стола. Я спустился с третьего этажа. Она с утра начинает работать. А вот как этот предлог используется с творительным падежом. Я иду с вами гулять. Мы с ней учимся в одной группе. Он не хочет разговаривать со мной. С Новым годом! Следующий предлог «в» или «во». В винительном падеже он означает движение к чему-то, ну или время. Дети идут в школу. Я люблю смотреть в окно. В субботу и воскресенье мы отдыхаем. В этот день она родилась. В предложном падеже этот же предлог означает другое. Он означает месторасположение. И он тоже используется для обозначения времени. Мы сидим в ресторане. Я читал об этом в журнале. Мой брат родился в августе. Наш проект начался в прошлом году. Дальше предлог «на». С винительным падежом он указывает на движение к чему-то или на время. Папа идет на работу. Я люблю смотреть на лес. Они уехали в Англию на год. А в предложном падеже этот предлог указывает на место расположения и время. Я был на пляже. На улице мороз. На прошлой неделе был мороз. Предлог «за».
используется с винительным и творительным падежами. Вот в каких значениях он используется в винительном падеже. Мы садимся за стол. Мать держит сына за руку. Они отдали жизнь за родину. Я пью за ваше здоровье. А вот как он используется в творительном падеже. Мы сидим за столом. Мои родители живут за городом. Я иду за хлебом. Сходи за водой. Снова посмотрим на таблицу. Вот окончания, выделены красным цветом. Теперь рассмотрим множественное число. Во множественном числе, как мы видим, в именительном падеже окончания разные. В родительном тоже разные. Зато в дательном падеже все окончания примерно одинаковые. Ам, ям. В винительном падеже они тоже разные. В винительном падеже они совпадают или с именительным, или с родительным. Как мы видим, слова женского рода совпадают с родительным. Мужского рода одушевленные тоже. А мужского рода неодушевленные и среднего рода, эти слова в винительном падеже совпадают с именительным. В творительном падеже тоже все слова в множественном числе заканчиваются на «ами». Ну, иногда немножко по-другому, например, «людьми». В предложном падеже они заканчиваются на «ах» или «ях». Рассмотрим примеры. У этих людей нет домов. Мы знаем людей, у которых нет домов. Видите лица этих женщин? Дети довольны своими домами. У детей на лицах улыбки. Мы помогаем женщинам с детьми. Спроси женщин, что они думают о детях. И последнее. Местоимения со словами во множественном числе. В падежах они изменяются одинаково. В именительном падеже это «и», «наши дома», «наши люди». В родительном падеже это «их», «наших домов», «наших людей». В дательном падеже это «им», «нашим домам», «нашим людям».
В винительном падеже отличаются одушевленные люди, так же, как в родительном падеже наших людей, а неодушевленные дома, так же, как в именительном, наши дома. В творительном падеже заканчиваются на ими, нашими домами, нашими людьми, и в предложном падеже заканчиваются на их, так же, как в родительном, о наших домах, о наших людях. Теперь сравним местоимения «неодушевленные мужского рода» с местоимениями женского рода. Они полностью совпадают, кроме винительного падежа. В женском роде винительный падеж такой же, как родительный наших женщин. Впрочем, и одушевленные мужского рода тоже такие же, как в родительном. Например, наших мужчин, наших людей, наших детей. И, наконец, сравним местоимения мужского рода неодушевленные с местоимениями среднего рода. Они полностью совпадают. На этом я сегодня заканчиваю мой урок. Надеюсь, что он помог вам лучше разобраться в падежах русского языка. Желаю вам хорошо выучить русский язык. До свидания.